Друзья, здравствуйте. За время моей волонтерской деятельности, а это с ноября-октября месяца, мне удалось закупить с вашей помощью 33 квадрокоптера. Мы отвезли ребятам в прошлом ролике 4 ночника. Также было закуплено там 2 каски, мы отвезли ребятам. Это было в октябре, если не ошибаюсь, или в ноябре. Так вот, я хочу вас всех в первую очередь поблагодарить за ту помощь, которую вы оказываете, потому что моя волонтерская деятельность не могла бы существовать без вашей поддержки, потому что те средства, которые мы собираем с вашей помощью, точнее я, да, все средства идут на закуп той необходимой техники, которую у нас запрашивают, у меня точнее, да, ребята. Ну, пусть будем мы все вместе с вами. Я понимаю, что сейчас многие устали, у многих много финансовых проблем, все уже и морально устали, и физически, и всяко-разно. С октября месяца я понимаю, что сборы, они просели, идет такой некий упадок. Помогать ребятам хочется все больше и больше, и ездить к ним, и закупать им, и принимать их заявки. Но сейчас эта тенденция, в принципе, падает, потому что не хватает средств на все эти их запросы. Все, в принципе, то, что им нужно, постепенно дорожает, где-то, конечно, в цене падает. Сейчас большой спрос есть в тепловизорах, а стоимость одного нормального тепловизора, она достигает, ну, точнее, начинается от 100 тысяч, там уже дальше, в зависимости от модели, от качества. Поэтому я хочу обратиться ко всем. Прошу поддержать все мои сборы, точнее сбор, который практически идет непрерывно, да, на, как раз на закуп и квадрокоптеров, и приборов ночного видения, и других различных необходимых вещей, которые ребята запрашивают. Поэтому у меня планируется большая поездка в июне или в июле, да, в начале июля. Прошу поддержать сбор, не пройти мимо, потому что сейчас это важно. Я понимаю, кто-то в комментариях напишет, что это все должно организовывать правительство, но вспомните историю, вспомните годы Великой Отечественной войны, когда тыл вместе с фронтом помогали друг другу, взаимодействовали, ковали эту победу вместе. Мы с вами тыл, гражданские люди, но мы не должны пройти мимо. И все те, кто неравнодушны, я думаю, они должны поддерживать наших ребят. Я когда-то взял на себя эту ответственность и стараюсь ее нести достойно, гордо, помогать ребятам, тем, кому это действительно необходимо, не пройти мимо каждого человека, которому нужна помощь. Все, кто меня знает, все, кому я помогал, они подтвердят эти слова. Поэтому не проходите мимо. И у кого есть какая возможность, поддержите. Потому что сейчас это необходимо. Я лишь мостик, который находится между вами и бойцами. Моя задача лишь собрать, закупить, отвезти, вручить, передать. И обо всем об этом сказать, чтобы вы тоже были спокойны. Все необходимые реквизиты. Все необходимое для того, чтобы осуществить ваш посильный вклад, я оставлю в описании видеоролика, а также закреплю в комментариях. Надеюсь на ваше участие, друзья. Вместе мы победим.